Всем привет, ребята, и сегодня я вам расскажу про мои любимые упражнения из художественной гимнастики 2017 год-2022. Давайте начнем. Начнем с пулав Ариши Авериной 2021 года. Невероятное музыкальное сопровождение Белла Чао из сериала «Бумажный дом». Офигенные танцевальные дорожки и невероятная эмоциональная Ариша. Следующая композиция – это композиция Алины Горносько с ленты 2021 года, с которой она стала чемпионкой мира. Еще одна композиция 2021 года – это «Мяч, льняной шрам». Ее считают самой сильной композицией у нее. Интересная музыка, крутые танцевальные дорожки и вообще крутая льняной. Следующая Алена Дьяченко из Украины и ее мяч с 2017 года. Под композицию «Hello». И красивый фиолетовый комбинезон удлиняет и так уже длинные ноги Алены. Дальше давайте поговорим про Дину Аверину и ее образ 2021 года. Под невероятно крутое музыкальное сопровождение, с крутыми купальниками и движениями, Дина самая лучшая гимнастка, по моему мнению. Дальше Милена Балдасари и ее булавы с 2018 года. Под своеобразную музыку, интересную, и купальник Милены топчик. Следующая, но невероятно новая композиция Баряна Калин. Мы ее увидели только вот в этом году. Очень интересная музыка и крутые танцевальные дорожки. И фирменные повороты. И напоследок давайте вспомним невероятно классную эмоциональную Сашу Солдатову и ее ленту 2018 года. Очень жаль, что Саша завершила уже карьеру. Вот и все. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. А всем пока-пока!